Очередное место рокерской славы. Невский проспект, дом 49. Здесь был когда-то кафе «Сайгон», в котором в 70-е собирались поэты, художники, музыканты. Потом приобщились уже рок-музыканты в конце 70-х, 80-х. Вот тут они где-то собирались. Но уже этого кафе «Сайгон» нет. Здесь гостиница «Рэдисон», пятизвездная. Но где-то, говорят, табличка есть. Сейчас пойдем искать. Вот она, гостиница. Вход. Сейчас мы зайдем, посмотрим, может, найдем табличку. Но самое интересное. Ну, растеряли наши рокеры свою былую славу. Все уничтожено. И это отразилось в самой музыке. Музыка исчезла, рок-музыка. Так, затерлась. В андеграунд опять зашла. Ну, это и отразилось и здесь даже. Ну, любопытные туристы. Да. Здесь говорят, что здесь когда-то было кафе «Сайгон». Да, все верно. И сказали, что где-то есть эта табличка. Может, она есть. Сейчас, одну минуту. Тут посмотреть на них. Здравствуйте. Не скажете, если проводить табличку? Да, конечно. Можно. Здравствуйте. Вот, пожалуйста. Смотрите, она работает, да? Все работает. Работает, мы сейчас пригласим Кармана. Посмотрите, на столиках также есть мемориальные табличные тех исторических личностей и гостей, которые здесь бывали. Написано, что здесь побывали, в Сайгоне, великие люди. Бродский, Довлатов, Шемякин, Гребенщиков, Цой, Науменко. Вот такие и... писатели, поэты и рок-музыканты. И мы сейчас выпьем здесь кофейку и подзарядимся рокерской и писательско-поэтической творческой энергией. Но тут были люди поважнее, посерьезнее. Чехов. Некрасов. Довлатов. Глинка Михаил. Наш Нобелевский лауреат. Иосиф Бродский, Кенти Смоктуновский, великолепный актер. Вот он тут кофеек попивал. Ну а я с позволения хозяев кафе и с вашего позволения присяду на самое главное место. Тут сидело наше все. Александр Сергеевич Пушкин. Буду подзаряжаться от великой энергии этого человека, который прародитель нашего современного русского языка. А я, как начинающий поэт, должен учиться у лучших. Но кофе здесь великолепный. Настоящее лакомство. Очень вкусный. А я вам расскажу случай про кофе. Когда я... понял, что кофе может быть настоящим лакомством. Не просто напитком, там, горьким, еще каким-то. Лакомством. А это было в Испании, в Марбелле. Мы отдыхали и шли каждый день на пляж мимо арабского кафе. Там такая конгломерация была, где жили в основном арабские шейхи. Они для себя построили там. И вот внизу там было кафе. Мы проходили мимо. И заходили с утра туда попить кофе и съесть мороженого с детьми. И... пусто, утром никого нету, и я заказал себе кофе с мороженым. И они его готовили по-турецки, на горячем песке, турка. Я не знаю, как они его делали, как они мололи, что они туда добавляли, но это было лакомство, вот реально. Это было так вкусно, что можно язык проглотить. И вот, вот здесь кофе очень вкусно. Не зря тут рокеры собирались. Традиции, видать, тут сохранили, кофейные. Ну, наверное, рокеры пили кое-что другое, но кофе великолепный. Многие из молодых людей не знают, почему Пушкина называют «наше все». Я, может быть, заблуждаюсь, но многие не знают. Допустим, даже мои дети, я им объясняю, почему это так. А потому, ну, старшему поколению-то это известно. А потому что до него язык наш русский был архаичен. Он начал говорить современным языком.
на котором мы до сих пор говорим, вот сейчас, это пушкинский язык. Ну, тоже он осовременивается, обогащается новыми словами, но сами фразы, все построение, он ушел от архаики. Он создал современный русский язык. Не один, конечно, вокруг него всегда были другие поэты, но он был главным. Вот почему он наше все. Потому что язык – это реально наше все. Не просто так. И прибалты на Украине пытаются уничтожить русский язык. Запрещают его, потому что они понимают, что это наше главное богатство. Раз люди здесь делают хороший кофе, то мы решили проверить, а умеют ли они хорошо готовить в Сайгоне. Потом расскажу все. Я буду пробовать. Это у меня черные спагетти с жареными креветками. Ну и с помидорчиками. А вот это вот бифстроганов с пюре. Ну и с помидорами тоже. Вот она. Красота. Черные спагетти. И жареные креветочки. Удар по диете. Хорошо. Вкусно. Умею. За столиком Пушкина я посидел, а теперь хочу приобщиться к энергетике одного из моих любимых поэтов, Иосифа Бродского. Я понимаю, что он всем нравится, но мне он тоже очень нравится. У меня несколько любимых поэтов. Вот Бродский, Пушкин и Вислава Шимборская. Есть такая Нобелевская лауреат польский. Вот они мне нравятся. А за что мне нравится Иосиф Бродский? А за то, что он очень правильно понимает поэзию. Он понимает, что поэзия – это не рифмоплёдство, это не рифмы. Это в первую очередь рифмика, но даже это не во вторую очередь это рифмика, а в первую очередь. Это вот тот бэкграунд, вот тот багаж опыта человеческого, унижения, оскорблений, победы, неудач. Он не просто так говорит, что до поэзии дожить надо. До этого доживают или нет? А просто так научиться рифмовать, от этого ты поэтом не станешь. Поэтому, когда меня спрашивают, у вас плохие рифмы, то я, во-первых, отвечаю, ребята, поэзия – это ритмически организованная речь, а не рифмически. А во-вторых, до этого доживают или нет? То есть я повторяю слова Бродского. И в-третьих, Бродский правильно говорит, что поэзия – наша витовая цель как человека, как человечества. Но я буду нескромным, я дополняю это. Я говорю, нет, наша видовая цель, она немножко шире. Это культура. Мы должны жить в культуре, прям внутри. Это мечта любого человека, неосознанная. Не просто так люди любят смотреть на всяких звезд, интересуются их жизнью. Они хотят жить в культуре, они даже не отдают себе отчет. Но, когда ты это понимаешь, ты должен стремиться туда, ты должен идти в культуру, ты должен повышать свой уровень, ты должен изучать стилистику, ты должен быть культурным человеком. Именно это наша бытовая цель. И если раньше считалось, Ленин, Карл Маркс, что первичная – это экономика, а потом Ленин добавил, что да, экономика первична, но политика не может не первенствовать перед экономикой, то сейчас жизнь показывает, что культура предопределяет все, и экономику, и политику. Потому что от убеждений человека зависит то, что становится вокруг него. Именно культурных предпочтений и культурных представлений о мире. Потому что быдло не сможет создавать космические ракеты. Ему это не нужно. Это нужно только высокообразованным культурным людям. Развитие бесконечное во всех направлениях: музыка, литература, поэзия, театр, балет, что угодно. Это и есть культура. Вот я хочу жить внутри культуры. Я, ребята, извините. Можете надо мной смеяться, но я иду туда. Бывал я в Питере, вот этого дома, где жил Бродский. И бывал на кладбище на острове Сан-Микеле в Венеции, где он был похоронен.
почему он там был похоронен. Да потому что это опять-таки, это все питерское дух. Венеция — это тот же самый Питер. Тоже на воде, везде каналы, везде лодки. Поэтому я думаю, Бродскому это очень нравилось. А могила очень скромная. Так, такая же, как и он был в жизни. Очень скромный человек. Но стойкий и очень интеллигентный. Очень. Мне очень нравится даже больше его интервью, чем в поэзии. Мне поэзия тоже нравится. Но интервью мне очень нравится Бродского. Я повторюсь, у меня настольная книга Соломона Волкова «Интервью с Бродским», которую он 20 лет собирал, брал интервью Бродского. Там просто взгляды его на мир, на жизнь, они мне очень интересны. Они мне очень импонируют, совпадают со многими моими взглядами. И очень многое он открывает мне, как взгляды на поэзию, на искусство. Потрясающий человек. Официант настоятельно нам порекомендовал попробовать вот этот вот десерт. Ну, моей супруге. Я-то пытаюсь держаться, но не получается. Слабый я человечек, поэтому я у супруги кусочек съем. Кусочек небольшой. И скажу вам, умеют ли они тут делать десерт или нет, а ну. Хороший малиновый десертик. Хороший. Я и едал и получше, но хороший. Не обманул официант. Порекомендовал. Официант провел нас вот сюда, чтобы показать вот эту картину, где это здание нарисовано каким-то художником, как оно выглядело, когда здесь были и Пушкин, и Некрасов, и Глинка. Вот так оно выглядело. А сейчас мы уже показывали, как оно выглядит снаружи. Сейчас тут отель «Рэдиссон», а была гостиница «Москва». Что хочу сказать. Место отличное. Располагающее. Оно, конечно, сейчас элитное, дорогое. Потому что здесь пятизвездный отель «Рэдиссон». Место притяжения силы. Не просто так они здесь собирались. В этом кафе «Сайгон». Много заведений питейных. Их тогда было в Питере и сейчас, но они собирались именно здесь. Здесь все-таки место притяжения силы. Я рад, что мы его для себя открыли. Одним из самых знаковых рокерских мест в Питере всегда было кафе «Сайгон», которое располагалось в 49-м доме на Невском проспекте при ресторане гостиницы «Москва». Оно было открыто еще в далеком 1964 году, и на самом деле официально не имела никакого названия, а просто было кафе при ресторане «Москва». Это уже потом завсегдатаи кафе присвоили ему народное название «Сайгон». Причем точную версию происхождения этого народного названия никто не помнит. Но прежде чем это кафе начали посещать питерские рокеры, оно было местом препровождения или по-современному тусовки непризнанной и гонимой властями творческой интеллигенции, писателей, поэтов, актеров и художников. Именно они дали ему название «Сайгон». Среди постоянных посетителей потусоваться здесь были замечены Сергей Довлатов, Иосиф Бродский, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Шемякин, Евгений Рейн, Борис Смелов. И поэтому, когда в Питере начали появляться первые рок-музыканты, которые также автоматически попали в андеграунд по отношению к официальной культуре, то сама судьба привела их в кафе «Сайгон». Здесь любили обсудить пути развития русского рока Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Константин Кинчев, Майк Науменко, Виктор Цой и масса других рок-музыкантов. Говорят, что в местном питерском комитете государственной безопасности был даже целый отдел, занимавшийся только «Сайгоном». Кафе «Сайгон» было закрыто в 1989 году, и затем здесь располагались различные магазины. В 1990 году Михаилом Шемякиным и Евгением Рейном
предпринималась попытка создать здесь мемориальный центр, но даже слабеющая рука умирающего коммунизма, а затем железная рука молодого капитализма не позволили это сделать. Поэтому сейчас здесь находится пятизвездный отель Radisson Royal. И о существовании кафе «Сайгон» напоминает только мемориальная табличка, размещенная на стене гостиничного бара. Но надо отдать должное новым владельцам, которые помимо памятной таблички на многих столах разместили латунные надписи с указанием известных людей, посещавших это заведение. Причем новые владельцы подошли к этому делу с маркетинговым огоньком и разместили латунные таблички с фамилиями людей из совершенно других эпох, которые жили и умерли еще до того, как это здание было построено в 1880 году архитектором Павлом Сюзором. Здесь есть таблички с фамилиями Пушкина, Некрасова, Глинки. Но все равно было приятно посидеть и попить кофейку за столиком, за которым якобы сиживал сам Александр Сергеевич Пушкин, почивший еще в 1837 году. Союз Советский был прекрасным местом для жизни муз и процветания искусств, но только признанных официально, благочестно. Других третировали до потери чувств. И где было непризнанным поэтом, художником собраться за столом, чтобы обсудить новейшие предметы искусства и коммунистический дурдом? Нашли они кафе прямо на Невском, при ресторане и гостинице «Москва». И стали сходки там устраивать совместно. Кто за бокалом кофе, кто вина. Там собирались Бродский, Рейн, Довлатов, Васильев, Смелов, Смоктуновский был. И еще много эстетических солдатов. Там кофе пили из последних сил. Ну а чуть позже присоединились к ним питерские рокеры гуртом. Гребенщиков, Шевчук здесь кофе пили, Кинчев, Науменко и Цой сидели за столом. Такое было рокерское место. Теперь здесь Radisson Royal и бар крутой. К стене табличку лишь прибил инвестор. Кофе становится дороже, если здесь Бродский пил его и Цой. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.